Джамал Адамс, сейфти из университета Луизианы. Его рост составляет 185 сантиметров, вес 96 килограммов. Закончив техасскую Эброн High School, он вошел в топ-10 рекрутов нации на своей позиции и в 2014 году попал в LSU Tigers. Уже в первом сезоне Адамс, несмотря на перегруженность линии секондари талантливыми защитниками, дважды был стартером, всего же выйдя на поле в 12 играх и сделав 38 соло-теклов. Это говорит о хороших перспективах футболиста в статусе профессионала. От многих других сейфти Адамса отличает умение читать квотербека, распознавать его манеру игры, предвидя развитие комбинаций. Его отменные физические данные позволяют резко менять направление бега на большой скорости. Джамал играет в агрессивной манере, но никогда не теряет над собой контроль. Его габариты делают захваты более жесткими и эффективными, но остающимися в рамках правил. В сезоне 2016 против Джамала Адамса не было брошено ни одного флага. За трехлетнюю студенческую карьеру Адамс совершил 209 захватов игроков соперника. Он здорово пересекает маршруты ресиверов, оказываясь в нужное время в нужном месте. Джамал – универсальный игрок, способный отыграть как возле линии мяча, как в прикрытии тайтенда, так и в даунфилде. Он прирожденный лидер в раздевалке и на поле, лидер которых называют «делай как я». Адамс способен оказать непосредственное влияние на уровень игры всей защиты. Его слабость – рост и длина рук, что позволило совершить лишь 5 перехватов, причем 4 из них пришлись на сезон 2014 года. Продолжительный бег не его конек. Средняя скорость не позволяет контролировать действительно скоростных ресиверов. У Адамса имеются проблемы с чтением мобильных квотербеков. Он нередко не успевает среагировать на их перемещение и отойти в прикрытие. Из личных наград можно отметить попадание во вторую символическую сборную Юго-Восточной конференции по итогам сезона 2015 и в первую команду в выпускном 2016. Специалисты ожидают, что на драфте 2017 года Джамал Адамс уйдет среди первых 5 пиков. Vete manso, vete easy, quédate vivo, como quiera que te pongan lo que hay es castigo.